Всем привет! Я сегодня покажу вам покупки, очень бюджетные. Две из магазина LC Waikiki и одна из Манго. В LC Waikiki раньше я не покупала, но после видео Ларисы мы с мужем присмотрелись к этой марке. Оказалось, что очень хорошие такие приятные цены, и мы стали там покупать кое-какие вещи. Особенно нам нравится там брать, ну мне лично нравится брать там футболки. Они дешевые, и, ну, в общем, мне не жалко за них отдавать те суммы, как, например, в других магазинах там отдашь такую не очень маленькую сумму, а футболка носится 2 месяца, как-то не очень приятно. Вот в этом магазине как-то побюджетнее, хорошо. Купила я джинсы, вот смотрите, всего лишь за 599 гривен. Это очень дешево, порядка 25 долларов. Такие зауженные, укороченная модель. Очень мне понравились, хорошо сели. Не знаю, насколько их хватит, но вот за такую цену приятно покупать вещи, даже которые не слишком долго работают. В этом же магазине я купила следы 3 оттенков, белый, серый, черный. Стоит 99 гривен, состав 76% хлопок, 22% полиамид. И 2% это эластан. Я еще не пробовала, вот обязательно попробую. Недавно просто по случаю купила в переходе, просто на какой-то точке, вот подобные следы и просто ужасного качества. Ну, мне срочно нужно было, поэтому так получилось. Я даже одни отнесла обратно, то есть я взяла 2 пары, и когда поняла, что это полный ужас, одни просто отнесла. Попробую эти, посмотрим, как они мне. И последнее приобретение, это плечевая сумка Манго. Она такая вот очень маленькая, на тонком ремне. Сумочка куплена с официального сайта. И стоит она, угадайте, сколько? Стоит она 7,50 или 7,90 евро, представляете? Бывают такие цены. Она, конечно, не мега крутая, но в том плане, что ее нельзя будет носить много лет, то есть она достаточно тонкая, такая вот легенькая. Ну, в качестве плечевой сумки, мне кажется, вполне может сработать, почему бы и нет. За такую цену можно попробовать. Здесь вот внутри еще такая косметичка. Вроде бы она не отстегивается. Кстати, нету тут цены. Сейчас. Ну, вот написано Special Price. Ну, цены нет, но, в общем, она очень дешевая, поверьте на слово, и там были разные оттенки. А, если честно, мы думали, что это большие сумки, и сестра мужа заказала 2, черную и белую. Мы думали, что это такие шоперы. Ну, в общем-то, нужно, конечно же, читать описание более внимательно. В следующий раз мы так и поступим. Ну, получилась вот такая плечевая сумка, но зато очень бюджетно. Надеюсь, вам было интересно посмотреть мои мини-мини покупочки, новиночки. А я решила не накапливать, потому что, ну, мне хочется это все сразу носить, и я вам буду показывать по мере поступления. Ну, это так в основном. Спасибо большое за внимание, всем пока!